Впереди два месяца жарких дней у воды, прогулки допоздна и шоколадный загар. Но к любому отдыху нужно тщательно готовиться. Первое, о чем стоит подумать – санскрин. Незаменимая покупка защитит от ожогов и преждевременного старения. Крем с SPF 50 способен создать барьер в 98%, с SPF 30 – уже в 96%. Второе, но не менее важное приобретение – средства от насекомых. Если комары в нашей стране лишь раздражающий элемент и несут вред только аллергикам, то клещи – реальная угроза. Широко представлен ассортимент репеллентов. В основном это отечественного производства. Имеются в наличии крема, лосьоны, лосьоны-спреи, аэрозоли для разного возраста, до года, с года, детям с 3 лет, также для взрослых. Имеются репелленты от комаров, слепней, клещей. Ну, очень разнообразный ассортимент. Защита от солнца не менее важна и глазам. Ультрафиолетовое излучение может повредить сетчатку и привести к потере зрения. Поэтому очки не просто модный аксессуар. Покупать их лучше в специализированном магазине. Цветные стекла должны подбираться не под стиль, а под погодные условия. В яркие дни оптимальной станет оптика с коричневыми, серыми или зелеными линзами. Очки для авто имеют свои особенности. В первую очередь угол обзора. Ничего не должно мешать боковому зрению. Затем антибликовое покрытие. Оно защитит от яркого солнца и света встречных фар. Не лишней будет оптика для ночного вождения с повышенной контрастностью. В списке покупок также головной убор. В жаркую погоду лучше отдать предпочтение аксессуарам светлых оттенков. В остальном выбор за клиентом. Самая простая панама из синтетики обойдется в 10 рублей. Натуральные ткани выйдут дороже – до 20. Магазины предлагают спектр принтов – авокадо, милитари, логотипы известных компаний или однотонные. Подобрать модель можно и ребенку. В дизайне машинки, надписи, бантики и широкая палитра цветов. Сеточка будет по 15 без ничего. Найки, адидасы идут тоже по 20. ХБшечки. Нью-Йорки уже по 25, машинки тоже по 25, а фабричные уже, то они уже идут по 35. Выбор купальников в этом сезоне пестрит моделями на любую фигуру и предпочтение. Высокая посадка, шортики, ретро, бикини. Самый дешевый комплект обойдется в 25 рублей, дорогой – в 65. Мужские плавки стоят всего 20. В цветовой гамме как классические оттенки – черный, бежевый, синий, так и трендовые. Металлик, горчичный, бордо, кофейный. У нас купальники до 72 размера присутствуют. В том году было очень модно трусики ретро, высокие трусики. В этом году как-то вот уже потихоньку это уже отходит. Еще одна важная часть летнего гардероба – обувь. Идеальный вариант для пляжа – шлепки. Они легко чистятся и быстро сохнут. Плюс в этом сезоне это настоящий писк. Топовые бренды выпускают разноцветные резиновые босоножки. В Бобруйске найти такие можно от 15 рублей. Для вечерних прогулок больше подойдут тканевые тапочки. Стоимость около 20 за пару. В целом подобрать трендовый аутфит в отпуск можно на любой вкус и кошелек. Самое главное – знать, где искать. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.